Всем привет! Сегодня мы находимся в фитнес-клубе «Европа». Пришли на тренировку к интересному человеку, Евгений Кеминов. У него не совсем стандартный подход к физическим тренировкам. Проверим на себе. И надеемся, он нас сегодня ушатает. Ушатает, прокачает. Так что будем ждать. Пойдем тренироваться. Сейчас у меня есть уникальная возможность до начала тренировки пообщаться с тренером и попросить его, чтобы вы как следует ушатали наших ребят, у вас получится? Я думаю, да, на самом деле, пока проколов в этом плане не было, поэтому с этой задачей, думаю, справлюсь. Ну, особенно с лысым пожестче. Наши зрители очень любят это. Все, понял, с лысым пожестче. Все, договорились, спасибо. С чего начнем? Начнем с дорожки. Скорость 6 градусов, по 30 секунд, ручки вверху, внизу, 10 минут проходим, разомнемся. Я не вспотел, ты что, я его попросил, чтобы Сергей, он меня ушатал вообще. И он, знаешь, что сказал? Что? Примерно так. Это еще легче детского сада. Это ясно. Я заряжен. Расскажите, уникальность методики в чем заключается в первую очередь? В первую очередь стараемся разгрузить шейный поясничный отдел и включить грудной отдел спины в работу, потому что у большинства тренированных людей перегружен шейный поясничный, а грудной мало нагрузки в себе несет, отсюда травма поясницы, шеи, как во время занятий спортом. Поэтому вот ребята идут с гантельками, чтобы грудной отдел заработал у них нормально. Ну, вот Хамза, вот темненький который, да? Вот он говорит, что пока что-то прям легкотня какая-то, детский сад вообще. Ну это радует. Это очень хорошо, значит можно посложнее дальше будет делать тренировку. Ну в общем надо, чтобы они своими словами подавились. Вы справитесь? Да, я справлюсь, конечно. Спасибо. Пугал наших немногочисленных телезрителей. Приняли ручку. Задание слушаем. 1-0. Саня, доберусь я до тебя. Это будет в программе? Нет, да. Таз скручиваем влево. Пять секунд осталось. Время. Заслуженная минута отдыха. Пойдемте дальше, пока расскажу ребятам. Блядь. Зря разрядался на чувака. Затылок поджали. Минутку постоим. Второй. В это время. Здесь. Сейчас, я думаю, и закончится. Возьмет резину. Встанет на боссу. И попытается поработать минутку. Прямые ручки. И даже не полный шар, это полушар. Потом минутку целую отдыхаем. О, нормально. Сколько там? Гораздо лучше. 15 секунд еще. Ты что с кистями? Что с кистями? Сука. 3 килограмма коктейля. Детский сад вообще. Это первый, это 3 подхода. Да, 3 подхода. Это хорошо, я понимаю. Продолжаем еще. Реально сложно. Что сложнее, стульчик или полушар? Стульчик. Ну, есть какие-то базовые упражнения у меня, которые я считаю нужным дать на первой тренировке, чтобы посмотреть, как у человека тело развито, что работает, что не работает. Примерно есть какой-то набор упражнений, которые выправляют определенные зоны, там одни, другие. И поэтому просто вначале смотрим, вот как бы знакомимся.
и потом начинаем добавлять какие-то упражнения, необходимые в тренировку, чтобы человек был целостно развит, а не вот так вот по частям, и вот так вот, чтобы у него не было с организмом. Затылок поджимаем к стене. Просто без меня им сильно легко, я пошел отмучить. Да, конечно, конечно, конечно. Мы пока по минутке начали три раза. Держим. Блинчики сняли. Положи мне на место. Такая работа. Я, короче, смотрел ролик Инстаграма Женина. Его там тоже вот это делали. Я думаю, что у меня за шляпа какая-то. Что там делать-то? Беру свои слова обратно. Как раз вот как бы заходим в такое состояние, загружаемся, а работать еще ну нормально. Поэтому вот как раз немножко пахи качнем, пойдем посидим. То есть, ну, чтобы отдохнуть, дыхание восстановить, пульс немножко, чтобы наладился у нас, и мы дальше могли нормально темп дать. Во! Чтобы таз, чтобы шарниры работали по забедренным. Во! И прям туда не выпускай, это не надо, вот это не надо, это херня вообще. То есть вот где вот неподконтрольно скорость увеличилась, то есть там мышцы нет, она не работает, ты связки бросаешь, сустав бросаешь. Зрители интересуются, что сложнее, раздвигать ноги или сдвигать? Вали, а. Доверху сработал, назад ушел. Мяч, поднимаем ножку, корпус отдельно. Отдельно корпус ложим. Отдельно корпус поднимаем, корпус ложим, ножки ложим. То есть нам надо не вот эту делать скрёбку обычную, а нам надо разъединить низ и верх тела, чтобы они отдельно поработали. Ну и потому что это вам легко будет одним, сразу же вот так ножками мячик крутим. Первый подход вроде сделал, посмотрим, как еще два пойдут. А, сдули что ли? Не знаю, но пока отдыхает очень много, да.
поддерживать это движение одновременно и не дать ему выйти. Давай делай. Блин, тяжело. Пять раз всего сделал. По-моему, кто-то говорил перед началом тренировки, хочу сегодня ушататься прям как следует. Я ушатался. Ура. Ну делай 8 тогда, третий на 6 пойдет. Прости, да? Не-не, до конца. Вроде по 10 как бы. Все делаем до конца, без поблажек. 8, еще 2. Ноги. Бац, тянем, пока ты халтуешь. Корпус, давай, все, не сдавайся, сразу начни ноги, давай, корпус. Держи ножки, отдай мяч. Все, поехали, крути. Самолет. Давай, я за тебя покручу. 17, ручки защищают. 13, меньше коленями, больше тазиком крутим, тазиком, косыми мышцами. Реально тяжело. Жека лучший тренер. Не подлизывайся. Ты сколько уже тренируешься, тренерской деятельностью занят? С 2006 года я без отпуска, без всего. Кто у тебя в основном тренируется из спортсменов? Спортсменов, основные такие сейчас. Вениамин Решетников тренируется. Фехтовальщик, да, по саблям. Сейчас, по физподготовке сейчас таких сильных больше как бы. Ну также борцы, боксеры мы слышали, да, входят? Да, там девчонка приходила по боксу, занимались с другого города была. Но она там на России не получилось нормально. С кем довелось поработать? С Сергеем? С Сергеем Андрусиком работал, чемпионат России, когда он выигрывал в 13 году по греко-римской. По физподготовке, да, кому что надо, то есть какие-то задачи смотрим, я что-то подсказываю, ребята что-то сами говорят. Никаких нету такого, что я прав там и все будет там, по-моему. То есть все в обычном режиме общаемся и выявляем какие-то проблемы вместе. То есть я просто помогаю там где-то потому что, люди с опытом, люди, я не могу отрицать то, что они, очень сильные спортсмены, и я такого не добивался, я вот здесь и немножко пытаюсь помочь там свою лепту внести в подготовку. Все наши вот эти мнения какие-то первоначальные, что там за ерунда, все, я беру свои слова обратно, он большой молодец. Приходите к нему заниматься, да. Он на ноги поставит любого. Заманьячит 100%. Все, подписывайся на канал, ставь лайк. Всем пока. Занимайся спортом.